Всем привет, ребята! Вы на канале Влад и Даня. И сегодня я иду собирать клубнику и горох на своем огороде. Вот у нас куча цветов здесь очень красивых. Вот. Все, идем на огород. О, вот еще котик такой. Давай телепортнемся. Все, я телепортировался. Все, теперь можно собирать клубнику и горох. О, вот горох. А сегодня его много. Вчера вообще почти не было. А вот сегодня как-то много гороха. Вот целых 3. Может, еще будет? Не, нету. Все. Вот я здесь кучу бурьянов сорвал, чтобы не было бурьянов. Вот. Теперь я могу видеть клубнику, где она. Потому что бывает, не замечаю я клубнику, а потом она гниет. То, что слишком долго где-то там растет. Так что я так сделал, чтобы было видно все. Вот уже 3 сразу же клубники. Ну, я еще в этой половине не сильно хорошо почистил эти бурьяны. Но потом еще почищу. Не, это еще немного такая белая клубничка. Зато вот это вот нормальная. Вот. 4. Ну все, больше нету клубники. Вот, зато подсолнухи скоро будут. Вот уже какие. И огурцы. Огурцы так вообще крутые. Вот горох. Так, а вот огурчики наши. Вот. Огурец там. Там тоже огурцы есть. Вот. А там кавунчики. Я покажу. Ну, давай посмотрим, или есть кавунчики. Ну, только цветочки. Вот цветок. Кавунчиков нету. Зато картошка уже цветет. Ну все. Вот улитка наша. Сейчас занесу клубнику. Телепортируемся. Все, телепортировался, положил клубнику. Теперь идем в теплицу. А давай телепортируемся. О, я возле баскетбольного кольца. Я попробую левой рукой закинуть мяч. Мне надо в теплицу. О, закинул левой рукой. Все, идем. Вот здесь круто. Давай покажу вам один огурец, который уже очень огроменный. Вот, какой он крутой. В теплице все быстрее растет. А здесь помидорки. Такие крутые. Вот как деревья эти помидоры у нас. Еще здесь есть какие-то помидорки. Стоп, а где они? А, вот. Помидор. А где наш перчик тут крутой? О, вот. Да. Так, а может есть еще огурцы какие-то большие? Давай посмотрим. О, вот. Там есть один большой. Вот еще очень красивый огурец. Цветочек, конечно, красивый. Вот еще цветы, которые отпугивают муравьев наших. Все, телепортируемся на огород. Ой, я вот сюда телепортировался. Ну вот цветы наши. Вот еще цветы и цветы. Но мне надо на огород. Еще раз. Телепортируемся на огород. О, на огород. Я собрал 5 клубники и 3 гороха. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.